Здравствуй, зритель. То, что видел ты в начале, это я сейчас буду обозревать. Ролик будет посвящен моей огромной посылке. От одной моей подписчицы верной, которая уже давно и много мне чего присылает сюда полезное и очень нужное. От Ольги из Тюмени. Да, канал называется «I will forever». Название расшифровывается в разделе Ютуба о канале. Хотите, почитайте. «I will forever» – мой творческий, литературный и прочий псевдоним. И звать меня Лёля, если кто вдруг в танке. Ну, или типа не подписчик, и увидел, и решил подписаться, и думая, кто же это, блин, такая, прочитать информашку, релить запретила. Короче, в общем, я тут пыталась писать на другую флешку, но, видимо, флешка не сочетается с этой камерой. Просто на это осталось буквально 50 минут памяти. У меня тут постилка, я одну уже схомячила. А одну я сейчас вот тут с чаем хомячу. Потому что раз уж постилка, то я их сейчас обозлю. Тут у нас 8 сортов разной постилы. Когда мне человек сказал, что послал постилу, я сначала подумала, что или это постила, которая мне нравится, или это постила как зефир. Постила как зефир я, в принципе, тоже люблю, но мне больше нравится постила, которая как мне нравится. Точнее, ну... ту, которую я привезла, допустим, из Абхазии, ее уже нет. Вот такая. Пастила фруктовая, без сахара. Ура, пастила. Яблоко. Зеленое. Желтое. Пастила фруктовая, без сахара, так же, как ура, пастила. Яблоко-лимон. Желтое. Желтое-зеленое. Тут у нас яблоко-вишня. Я пока схомячила только ту, к которой мы еще не подошли. Яблоко-ананас. Светло-зеленое. Яблоко-вишня, это я уже показывала. Так, значит, сейчас посмотрим, где там еще какой-то сорт был. Яблоко-черника. Я сейчас не ее хомячу. Яблоко-малина. Там у нас должно быть 8, потому что вроде как 8 насчитала. Первое, которое я схомячила, это яблоко-абрикос. И которую я сейчас хомячу. По-моему, она одна. Ну, каких-то тут по 2, каких-то тут по 3, каких-то тут побольше. Одна-одна. Никому не дам. Яблоко-барбарис. Тут, короче, брикетик такой из 7 тоненьких полосочек. Не перепутать бы то, что съедено, и то, что нет. У меня тут сразу предупреждаю, 5 духов. Я их уже унюхала. Вопрос, почему я это уже показываю, как оно распаковано, а не на коленочках. На коленочках бы не вышло. Посылка была на 8 с лишним килограмм, 8400 чем-то. Довольно проблематично такую посылочку держать на коленочках. Ну, сами понимаете, да? Поэтому я уже тут понюхала, посмотрела. Трезель. Не знаю, была ли у меня когда-нибудь Трезель, но я вот такой формат флакончика видела, наверное, на картинках Лейвен. И тут у нас Трезель, сейчас скажу. Вот именно такой флакончик я впервые вижу, 50 мл. Парфюмерная вода. Да, и своими восторгами я делилась с человеком. И может быть вам даже повезло, что вы не видели, как я вскрываю посылку. Потому что вы не видели, как я это вскрывала. Вы не слышали, как я это вскрывала. Вам повезло. Фото. Интересный аромат я сейчас уже не могу передать. Некоторые это я, может, и передам. Просто я их уже все на себя в разных местах попрыскала и что-то еще перенюхала. Ну, в общем, оно мне понравилось очень. Вообще, удобный флакончик. Слушайте, такой флакончик. Прикольный. Я, правда, думала, что вот эта фигня тоже снимается. Оказывается, снимается только часть перед ним. Очень классный. За что спасибо, Люльке. Я пока обратно уберу в коробочку. У меня кусочек пастилы застрял в зубах. Трагедия века. У меня тут обычный черный чай. Я даже не знаю, что это за черный чай. Да, я сегодня приехала из деревни, специально приехала на Обедничном. Во-первых, я хотела на Обедничном, потому что думала, что жара.
когда бы я поехала на вечернем. Я думала, что будет опять дубак, но у нас был дубак, но дубак стал не то чтобы жарить, довольно тепло было. Вот у меня сегодня в доме было 15 градусов, а на улице 18. Ну и я узнала, что посылка уже пришла как бы. Пришла еще вчера, но у нас автобус ходит почетным. Что это я открываю, вам не показывают. Это у нас Incandescent Flame. Я так поняла, что это новинка Avon'а. Вот у меня был оранжевый, даже в таком флакончике. Мне очень нравился одно время оранжевый, потом что-то перенравился. Потом у меня был синий, но недолго. Я даже не помню, кто мне его отдал и кто меня его забрал. А теперь у меня есть красный. Очень классный аромат такой. Вот что-то восточно-тепло-остро-сладкое есть. В общем, он мне очень понравился. И флакончик такой вот, как вот флейм такой. Пламя. Incandescent. Ой. Вот. Духи. Если там вдруг какие-то... Ух ты, тут на коробочке даже, я думаю, что такое? Для слепых, что ли, набрали, написали? Это, кажется, дизайн такой вот на коробочке. Выгравирован, можно сказать так, вот эти вот пламенные язычки, кроме одной стороны. Если вдруг какие-то звуки, то у меня кот хомячит еду. Там было вообще много пакетиков, я, наверное, часть пакетиков не занесла. Там еще был такой пакетик маечка, и некоторые продукты были просто в пакетиках. И вот один пакетик был сам по себе, ну, я очень люблю всякие пакетики. Вот в этом пакетике была та клееночка, которую вы видели в начале ролика. Я не знаю, смогу ли я вам ее показать. Еще, ну, по крайней мере, вы ее долго теперь будете видеть, особенно те, кто любит смотреть хавчик на камеру. Я что-нибудь свояю и захаваю на камеру. На радость человеку двойную. В общем, вот в этом пакетике Тюменский ЦУМ, город Тюмень, была вот эта клееночка. Очень классная. И самое интересное, что-то я выбирала сама. Это вообще круто. Так, вот это Avon аттракцион, сенсационный аттракцион для нее. У меня уже были такие духи год назад, мне Лёлька дарил на день рождения просто аттракцион. Я тогда помню, не могла сообразить, как его открыть. Тут теперь я научена, я знаю, как его открыть. И слушайте, оно по цвету, как вот вишневый сок или какое-нибудь хорошее, легкое красное вино, которое в чай кладут. Ну, люди его пьют, а эльфы его в чай кладут. Вот тоже очень вкусно пахнет, но я сейчас уже обнюхалась, и я не смогу вам передать. Первых эмоций вы уже не увидите, это вторые эмоции. В общем, очень удобный, классный флакончик, похож вот на тот, который у меня до этого был, ну, типа оригинал вот этот аттракцион. Самое интересное, что вот я на все эти духи, ароматы Avon, я как-то всегда смотрела, ну, на что-то такое. Я даже не думала, что вот именно вот такое, вот оно как-то так особнячком для меня стояло, может очень вкусно пахнуть. В общем, и вот то, что оригинал очень вкусно пахло, оно мне как-то очень быстро ушло, и в пустых баночках весной, по-моему, я его делала за весну. И вот это вот тоже, это я оставлю так вот подальше, потом я отодвину камеру и запишу вам баррикаду. Так, это да, я тут уже открыла Always из серии Today, Tomorrow и так далее от Avon. И вот никогда бы не подумала, что мне понравится Always. Что он, в общем, миленький такой. И флакончик такой в силе вот их этих Always'ов и Today'ов. Но я уже принюхалась. Ну, по-моему, он такой нежненько цветочный пахнет. Вот чисто мне так показалось. Очень удобный такой флакончик. У меня, короче, моя коллекция парфюмерии пополнилась сегодня на 5 ароматов. Вы пока видели со мной 4. Но не боитесь, скоро будет еще один. В общем, 4 у меня от Avon. И один. Та-дам! Очень такая бархатная коробочка. От Oriflame. Все по 50, по-моему, миллилитров. Love Potion или что такое, что-то в этом роде, секрет. Может, тут где-нибудь по-русски написано? Да нифига. Женская парфюмерная вода легко воспламеняется. Храните вдали от источников возгорания. Так и сделаем. Так. Короче, это шоколад и клубника, по-моему. Ну вот, так, и жопу не будем открывать, я ее уже открывала спереди. Очень мне нравится эта бархатная коробочка. И вот когда я увидела
вот так вот эту штуку, думаю, что хоть это такое-то, блин. А вот сейчас смотрю, она такая вроде как на шляпку смахивает, такая ведьмочка в шляпке на Хэллоуин приперлась. Тут бантик у нас. Оно довольно легко, оказывается, снимается. А я тогда думала, блин, как что с ней делать-то. Оно очень вкусно пахнет этим вот, и шоколад с клубникой, и вот шоколад, и даже не знаю, шоколад, вот что-то такое очень крутое. И даже мне отдает вот этой бурбонской ванилью от Тифроше, которая у них вот была, есть вроде еще. И вот оно вместе с шоколадом. Вот. Такая вот шляпка. Я даже не знала, что в Орифлейме есть такие прикольные штуки. Ну, я как-то Орифлеймом-то вроде и нет. Как? Очень классно. Буду обливаться ими. Прям с ног до головы. Так, и у нас в пакетике есть визиточка. От этой вот клеёночки. Так, если я ее на столе не оставила. А нет, она в пакетике. Она замаскировалась. Вот. Тюменский ЦУМ. Слушайте, вот здесь такое, мои любимые фиолетовые оттенки. А с другой стороны, салон товаров для дома, домашний очаг. Это где, видимо, клеёночка продается. Пакетик цумовский, прикольно. Я не знала, что цумы бывают с пакетиками. Я помню, была в Белоруссии цум, гум, фиг знает. Ну, в каком-то уме я была. В общем, у меня теперь вот свободный пакетик. Вот этот пакетик, он лежал поверх всего. И так как Лёля открывала коробочку почтовую сбоку, то у меня она так открылась, а как-то даже не подумала, что я как-то ее ну, не совсем традиционно открываю. И у меня пакетик так раз, и смотрю, пакетик. Очень такой миленький, с акварельными рисуночками. Пакетик я сложила, в пакетике сложила так, чтобы мне удобнее было сюда тащить все, потому что как бы на скатерочке. Так вот, надо было, наверное, ножники взять, чтобы померить сразу на руку. А то не получится. Так, потому что тут это такая фигня. Короче, я просила человека, я так хотела рукавичку-прихваточку. Вот у меня такая же практически была, но я что-то ее постирала, и она перестала быть прихваточкой. Практически перестала. Ну, в смысле, одну постирала, и она так это откинулась, а другую я постирала, она не совсем откинулась, но тоже уже как бы хотелось новенькую прихваточку. Прихватка рукавица. Вот она, очень красивая. Замечательная. Стеганая прихваточка с одной стороны. И вот тут с птичкой колибри с другой стороны. У нас, кстати, в доме, в деревне живут ласточки во дворе. Я там сняла двухчасовой где-то влог, наверное, за 4 дня, может, чуть побольше. И вот сейчас у меня одна часть оптимизируется. С посланием для одной подруженцы в кавычках. Ну так, что-то между делом подумала и послала ее. Ну, в смысле, ей послание зашифрованное, где-то на 20-й минуте. Галтекс, текстильная фабрика, полотенце вафельное набивное, 100% хлопок. Город 37, этот самый, сделано в Ивановской области, короче говоря. В общем, очень мне нравятся вишенки. Тут вишенки у нас на желтом фоне, еще какие-то, видать, вишневые цветочки. Но я что-то вот реально лоханулась, надо было сразу вот это вот срезать. У меня ножницы вон там, за ними надо вставать. Время слегка ограниченное на камере, и время у меня немножко, вот я пытаюсь сейчас вписаться, потому что мне потом надо сходить помочь кое-куда, кое-кому. Вот, поэтому я пока вот так обозрю, если что, уже потом вы увидите в каком-нибудь обзоре. Или опять же на хавчике на камеру, вот это, допустим, это полотенечко в действии, или прихваточку, которую уже вот эту штуку я отсобачу. В общем, очень замечательное полотенечко. Всегда нужно. Спасибо большое Лёльке. А вот это прихваточки. И они как бы прихваточки, а еще у них кармашки. Практически рукавички. И самое главное. В общем, они выглядят как бы ягодками. У них две веревочки, их можно присобачить. Ну, в смысле, повесить на эти, на крючочки. Самое главное, они очень сочетаются. Где-то у меня тут была, короче, Эйфелева башня, ну, ее, наверное, камера. Где-то, короче, может не захватывать. И знаешь, что просто у меня на обоях где-то есть Эйфелева башня. И она очень сочетается вот с моими обоями, я так считаю. Вообще, в тему. Так, дальше что у нас тут? А дальше у нас тут чай. Имбирный чай.
черный чай с имбирем, пакетированный, 20 фильтр пакетиков. И тут такой нарисованный имбирчик с лимончиком. Да, черный чай с лимоном и медом, вот что. И с имбирем. Вот такой замечательный чаек. На простудное время, ну я так, может, между делом попробую. Вот это я уже вскрыла. Я всегда хотела в Эйвоне заказать, чтобы мне кто-нибудь подарил или вообще. Как с неба упало. Я вот сегодня монетку нашла в 50 рублей внезапно. Я вообще очень давно деньги не находила. Никакие. А тут что-то ехала и... Смотрю, монетка лежит прямо под ногами. Думаю, грех не взять. Как-то в магазине увидела в корзиночке монетку. Мне так неудобно было ее брать. И я взяла другую корзиночку. Точнее, я ходила с этой корзиночкой и монеткой, а потом поставила эту корзиночку. Ну, лох. Чё? Неудобно было. Короче, в общем, мне подарили... То, что я давно хотела. Крем для ног в круглой баночке. 150 мл от Avon. Увлажняющий ночной крем для ног с экстрактом лаванды. Я его вскрыла. Он такой, как кремовый крем. Будто вот еда такая конкретная. Не, вы не думайте, я уже поела. Ну бывает. У меня подруга считает, что я смотрю на несъедобный предмет. Я говорю, что он вкусный, значит, или съедобный, значит, я есть хочу. На самом деле нет. Он действительно очень классный так вот выглядит. Я сегодня после ванной вечером хочу его попробовать как раз. В общем, крем у меня теперь есть. Кремушек от Avon в большой баночке, именно в круглой. Еще у меня теперь есть ретон. Арифлейм, тоже крем для тела. А, это уже крем для тела. В общем, какой-то там цветок. Может, тут где-нибудь написано. Крем для тела. Может, где-то написано, да я не вижу. В общем, вот такое вот. И как мне человек сказал, что я так поняла, что есть еще какие-то такие духи. Как-то цветочно приятно пахнет. Да, я сделала тут дырку, чтобы понюхать. Открыть-то у меня по-человечески не получилось. Так. И вот этот пакетик у нас уже пустой. Но ничего, у нас есть еще два пакетика. Вы не переживайте, люди. Тут много всего. Так, пакетик. Тут у нас мыло. Ой. И не только мыло. У меня есть розовые носочки с кошечкой. Во. Круто. Я люблю носочки. Ой. У меня есть помада, которая на мне. Может, вам и не видно. Может, вы уже присмотрелись. Во-первых, она была вот в такой фигне. Ну, в смысле, в упаковочке. Это у нас Avon, True, Delicat, Matte, Lipstick. Матовое превосходство, невесомость. Я сняла эту фигню. Тут такой бархатный флакончик. Можно же назвать это флакончик. Ну, короче, бархатный стик. Бархатная упаковочка. Мне очень понравилась она. И вот такая помадка. Очень легко и нежно и мягко ложится. Ощущается на губах вообще шикарно. Практически не ощущается. Она мне по ощущениям напоминает кремовые губные помады от NYX. У меня одна, возможно, будет в пустых банках. И вот она, сейчас я поняла, что она на руку ложится точно так же и выглядит как вот бархатная мягкая ее вот эта упаковочка. Ну, в смысле, она не мягкая, конечно, но на ощупь она такая бархатная, нежненькая. В общем, вот вам этот мой на загорелой руке Avon. Тут Bitter Apple, сделано в Польше, яблочное масло или что-то такое, или это так называется. Ну, короче, на жопке написано яблочное масло. Мне оно очень нравится, я буду с удовольствием ей пользоваться. А это у нас вишневый классический рифлеймовский вот этот самый бочоночек. Доставайся. Буду им увлажнять нога эти, ну и ноготочки, и губки, и локоточки, и пяточки. Я сейчас поняла, что у меня этот абхазский бархатный загар тоже бархатный. Тоже вкусно пахнет, кстати. Я давно-давно помню, был вишневый такой бочоночек. Правда, нифига уже не помню, кто его дарил. Так, у нас тут есть пара крем для рук и крем для ног. Вот это я вообще ни разу не видела такую фирму, как Ecolabio. Правда, вот благодаря моим дорогим подписчикам
особенно Лёльке, всем этим подаркам. У меня нет нужды ходить по магазинам, там смотреть крема для рук или еще что-то. Последние крема для рук у меня были сплошняком практически от Ифраше, благодаря зрительнице Ирке. Лаванда, крем для рук, увлажнение и защита. Масло лаванды успокаивает, восстанавливает кожу рук. Лаванда, крем для ног, питание и защита. Тут у нас увлажнение, тут питание. Масло лаванды смягчает и успокаивает кожу ног. Вот такие два замечательных кремика по 75 мл. И они этот зафольгированы, я один из них открыла. У меня пока еще не закончился ифрашевский кремик. Подалось понюхать то, что зафольгировано. Поэтому я пока его не буду открывать. И так как я уже вскрыла эйвоновский большой крем для ног, то я тоже кремик для ног этот не буду открывать. Пока. Когда закончится, тогда открою. И сейчас пойдет мыться. Мыльца. Вот мечта идиота. Я его даже немножко распаковала, пока в Вайбере с человеком общалась. Я давно хотела кусковое ифрашевское мыло. Однажды была какая-то лимитка, в упор не помню какая. Это у нас презирна турка. Это, по-моему, кто это у нас? Малина и мята. 80 грамм. Была какая-то лимитка Ифраше, я пришла в магазин, думаю, вот куплю еще, ну, в Ярке было, думаю, куплю это мыло. И не было этого мыла. Именно вот этого мыла и той лимитки, ладно. А так чисто на это кусковое мыло меня так всегда душила жаба. У меня было единственное мыло, когда вот я только начинала Ифраше пользоваться, покупать у них, заниматься, скажем так. В 2011 году летом я заказала себе духи, цветочная диска, и там в наборе было такое цветочком глицериновое мыло. Ароматистическое как-то. С ароматом этих духов. Вот теперь у меня благодаря Лёльке есть такое кусочковое мыло от Ифраше. Теперь у меня будет много мыла. Вы можете меня как-нибудь попинать. Я один кусочек могу так это поскоблить. Типа режу мыло на камеру. Для тех, кто любит эти звуки АСМРные. Так, это у нас весна. Опыт 75 лет. Фирма Весна Пантенол. Пантеноловая. Крем-эффект, натуральное мыло депантенол, успокаивает, не сушит кожу. Так вот, ну тут куча всего такого полезного, интересного. Вообще ни разу такое мыло не видела. Так, что-то... А, это у меня от помады кусочек, от упаковочки. Так, Сенса Сейва, очищение и свежесть, небесная гармония с ароматов ландыша и яблока. Туалетное мыло для лица, рук и тела. Они очень, 75 грамм, оно очень долго играющего. Чисто вот под своему пиону сужу. Очень надолго его хватает. Тишечка, ты где воешь? Мыло Факс, лесные ягоды. Глицерин. Я его пыталась вскрыть, но оно такое твердо упакованное, что руками его не вскроешь, только ножницами. И я решила, что пока не буду вскрывать, потому что у меня там еще одно мыло сейчас от Лёльки, еще с последней ее посылки лежит в пользовании. Бумажечка от него будет в пустых баночках, которые я завтра постараюсь записать. Так, вот это приколы сейчас пошли. Я такие вообще не видела, но очень круто. Лимон. Я их не знаю, как фирма называется. Может, это не лимон. Это у нас белорусское, оказывается, мыло, 140 грамм. Крем-мыло туалетное, твердое, марки специальное, с грязью лечебной. Хе-хе-хе. Сейчас там похожее, короче, есть. Крем-мыло туалетное, твердое, марки специальное, с глиной. Ну, с глиной, допустим, я могу сама делать, а грязи лечебной у меня, к сожалению, нету. Ну, и сейчас, в принципе, не надо будет мыло делать самой. Потому что если только на заказ, на продажу, ну, заказов у меня пока на мыло нету. Поэтому можно не геморроиться, фантазию не включать и пользоваться дарами от Лёльки. Мыло туалетное, целебные травы, лаванда. Бережное очищение с природными травами. Нефис, насколько я помню. Тут оно тоже большой такой кусочек. Да, а это вообще 160 грамм. Вот у меня сейчас примерно такое же есть как раз в пользовании. Земляничное натуральное мыло, изготовлено в лучших традициях для вас и вашей семьи. Вот где оно тут? А тут тоже 160 грамм. Может быть, это тоже Непис? Да, Непис. Там вот пальцами ощущается. Так, тут вообще 13, по-моему, кусочков мыла. Абсолют крем. Крем Абсолют. Два в одном. Антибактериальное крем-мыло. Чайное дерево. Масло чайного дерева и пантенол не содержит триклозан. Без понятия, что за триклозан. 90 грамм.
Еще одна весна. Ассорти, молоко и мед. Пчелка. Ко мне вчера сад прилетала в избу. Я ее даже завидусила, по-моему. Так, чистая линия, сладкая клубника с натуральным соком клубники и 5 маслами. Косметическое мыло для лица, рук и тела подходит. 90 грамм. Мне вообще нравятся кусковые мыла. Тише, что ты плачешь. И вот в деревне мне иногда удобнее мылом даже волосы помыть. Нежный персик. Мне кажется, нежный персик у меня был или что-то подобное. Можно будет в какой-нибудь обзоре по ссылке от Лёльки посмотреть или в пустых баночках. Потому что, кажется, она мне такую уже присылала с натуральным соком персика. Тише! Тише, что ты творишь, а? Я, наверное, в этот вопль вырежу, а может оставлю. Вот, ну, что за человек, в смысле, кот? Косметическое мыло. Иди сюда, тишка. В общем, с натуральным маслом, соком персика и 5 маслами. Вот тоже вот такое. И вот я люблю такие прозрачные, как бы глицериновые мыльца. Палмолив Натурель, освежающие, летний арбуз. 90 грамм. В общем, хоть сию минуту мыльца. Не, я не буду как-то блогерша, я не знаю, что там за блогерша, я просто как-то попала на ролик, где тетка кучу мыл мылила долго-долго руками. Вот у меня бы кожа, наверное, уже никакая была. Короче, вот такой замечательный пакетик еще. Как бы сердечки в шоколадике. И последний пакетик. У меня там еще есть, на что писать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тяжелый, между прочим. Потому ой-ой-ой. То, что мне очень нравится. Мне Лёлька такой же присылала, большой. Avon Senses, парфюмерная коллекция. Нежная любовь в Париже с ароматом розы, ириса и нотами янтаря. Крем-гель для душа. Вдохновлен парфюмерией. Да, парфюмерия. У меня как раз закончился гель для душа вообще. Я тут мыться мылась. Вот какой-нибудь из этих геликов достану. В смысле, заюзаю. Тут у нас все 4 гелика от Avon. И кроме одного, новинки. Avon Senses, средиземноморские приключения, так понял, как мне сказал человек, Алёлька. Это унисексовый гелик. Мне нравятся, кстати, унисексовые гелики тоже, и ароматы в том числе. Моменты безмятежности с ароматом лимона и черной смородины. Увлажняющий гель для душа с экстрактом морских водорослей. Кстати, очень вкусно пахнет. Так, баррикада на столе. У компота оно как-то вроде держалось массивнее, но все равно тут, кажется, места меньше им. Так, это у нас поцелуй солнца с ароматом розового грейпфрута и абрикоса. С экстрактом грейпфрута. Увлажняющий гель для душа. Средиземноморские приключения. Слушайте, так шикарно пахнет. Вообще круто. Этим грейпфрутиком. Так. Avon Senses. Опять эти приключения. Средиземноморские. Сладкие удовольствия. С ароматом ванильного мороженого. Увлажняющий крем-гель для душа. С экстрактом соевого молока. Круто. Вот я его открыла, вот, по-моему, его именно первым, по-моему, открыла. И он так это легко у меня открылся, остальные пришлось открывать, как обычно. Повернул и открыл. Тоже очень вкусно пахнет. Соль Даван. Похоже, мне Лёлька уже дарила, и она мне очень нравится, такая соль Даван. Лаборатория Катрин. Ароматы родного края. В предвкушении праздника. 30-50 грамм. Да, вот, а может быть даже такое же было. Ну, в общем, что-то подобное было. Тут масло апельсиновое, мандариновое и имбирное. Так, мой шампунька, который у меня закончился, я думала купить, но что-то все сидело конкретно так без денег, и вот Лёлька купила себе в запасы, но подарила Лёльке мне, от Лёльки к Лёльке. Но он тоже сделан в России, ну, как мы уже проверили мной. Сделанная в России именно вот этот шампунька, очень экономичный, очень хороший. Я вообще от него тащилась. У меня сейчас пока стоит гринмамовская вишенка, густенькая тоже. Ну, она уже где-то наполовину полная. Так, к тому же я отливала в Абхазию немножко с собой, и в деревню тоже отлила. Avon Care. Увлажнение с алоэ, огурцом. Очищающее средство для лица, для всех типов кожи. 200 мл. Я один раз когда-то давно покупала что-то похожее, оно мне очень нравилось. Помню еще по совету Женьки. Там тоже было как-то или 3 в одном, или 2 в одном, или что-то в этом роде. Умывалка. И она очень надолго ухватывает, она хорошая. В общем, круто. У меня там пока сейчас умывалка от этого корейская стоит в действии. Еще пара умывалок есть. Ну, как бы умывалок мало не бывает. И от одной привыкнешь,
можно будет перерыв сделать, другую начать. Avon Care, тонус с ароматом банана, лосьон для тела, для всех типов кожи. Вот он у меня так открылся, что мне пришлось на руку его размазывать, на левую. Ну, левая рука этому очень даже рада была. 400 миллилитров. О, бананчиком. Очень, кстати, мне нравятся вот эти вот. У меня был такой долгоживущий. Я еще, когда была представителем, покупала с розовым жасмином и чем-то еще. Очень классные. Мне нравятся эти лосьоны. Я помню, когда Лёлька предложила мне выбрать, мне было как-то неудобно, и она сказала, что я до хрена скромная. Ну, без хрена, но смысл тот же. Так, очередная пена для ванны. У меня как раз закончилась последняя пена для ванны от Лёльки. Она будет в пустых баночках. И вот это вот новая пена для ванн. Сточная манго. Может быть, даже сегодня открою, потому что как раз ванну собиралась делать себе. Правда, не определилась с отваром трав, с солью или с пеной. Вот сделаю или с пеной, или с солью. Я так поставлю тут. Потому что я потом камеру поднесу и покажу эту баррикаду. И последнее. Это у нас жидкое мыло весна дегтярное. Я очень люблю Почему-то я люблю дегтярное называть дегтярным. С я. А еще я люблю... Вот у меня твердое кусковое в деревне есть. Вот этот аромат мне нравится. И шампуньки нравятся дегтярные. И мыло кусковое. Вот теперь жидкое мыло. Ни разу не видела жидкое мыло такое. В общем, очень круто. Главаптека, весна, 75 лет, новый дизайн. Жидкое мыло полезное, натуральный антисептик, противомикробное действие, снимает воспаление. Мне как раз вот тоже надо будет, допустим, на кухню поставить жидкое мыло, потому что я покупала тут какое-то. И оно тоже будет в пустых баночках. В общем, отлично. Такая огромная посылка с кучей полезных вещей и даже сладостей. Вот этот красивый пакетик, в котором я несла до кухни. Гелики, и не только. Ну и, как повторюсь, там еще есть один пакетик с другими пакетиками. Просто вот как, допустим, вы что-то покупаете, там написано «Спасибо!». Так, вот я, пожалуй, так вот все поставлю. И я с вами попрощаюсь, но вы в конце увидите эту баррикаду. Тут еще моя чашка с чаем. Всем спасибо за просмотр. Лёльке огромное-преогромное спасибо за посылку, все вот эти подарки. То, что она все еще меня смотрит и радует. И всем пока! По скриптум, зритель, смотри, какая охренительная баррикада. И ты видишь даже эту клееночку. Вот даже опущу пониже. Клееночка. Очень классная. Я, кстати, долго думала, как бы так сесть, чтобы все было видно. И меня при том. Но все было бы нереально видно, поэтому села как села и решила, что вначале будет как бы опенинг. И в конце будет такой эндинг. В общем, теперь точно всем пока.